Попроси хозяина заменить стекло на армированное. Как мог обычный камень проделать такую дырку? Это и есть армированное стекло. Да, тройной слой. А, правда? Хозяин, видимо, хороший человек. Простите, я спешу. В туалет? Конечно, идите. Кстати, почему учительница Кан не возвращается? Директор ждет ее? Разве она не сказала, что в туалет отошла? Джигу ушла из ресторана домой, чтобы сходить в туалет. После такого Джигу навеки отлучили от корпоративов. Замечательно. Эй, но видимо сама судьба нас свела все вместе. Ты невероятна. Почему? А, вы не это себе представляли, да? Подожди. Господин Пак, давайте поиграем. Давайте. Джион, не думаю, что тебе стоит это делать. Джион, давайте поиграем. Я так рада. Господин Пак, вы просто супер. Так весело. Прекрати, я сказал, хватит. Остановись. Все, хватит. Эй, вы этого от меня ждали? Да что ты все никак не заткнешься, чертов идиот, а? Не пойму я никак. Стоит оторвать твою пустую голову и похоронить. Возомнил себя Будда, Иисусом или Пак Хёк Косе? Да ты сам из себя дурака делаешь. Нахватался поверхностно всяких цитат. А теперь несешь всякую чушь без остановки. И что? Хочешь сказать, поэтому я пригласил ту, которую назвал членом семьи, в отель из всех возможных вариантов? Что ты собирался там делать? Твоя чертова башка воняет грязными мыслями, чертов ублюдок! Я только начала! Да ты просто бутылка пива, соджу, банка от колы! Чертова бутылка, птичьи мозги, тупая куриная ножка! Да я должна этой бутылке от женьшеньего соджу, но давайте по мордасам, понятно? Бить не переставая, по щекам, в одно и то же место! Слышь, я должна продолжать бить тебя, даже если начнешь просить о пощаде! А затем я должна свернуть эту чертову придурочную, глупую, тупую, отвратительную, безумную, дурную, мерзкую, отвратительную голову к чертам нафиг! Потом надо сложить твои руки, ноги, голову и задницу. Запихнуть все это в ступу и растолочь в пыль нафиг. Чтобы ты наконец-то отправился в мир иной. Отрасти хоть каплю совести, чертов председатель. Мне плевать, Будда ты или еще кто. Если ты опубликуешь автобиографию, я буду ее подтираться в туалете до конца жизни. Понял. Вызови полицию. Или звони в службу спасения. Ну и чушь. А что, как тебе? Привет. Госпожа Кан, уже составили завещание. Два человека чуть не умерли в этой школе. Вы живы лишь потому, что я позвонил в 119. Вы молодец. Хорошо справились. Вы в порядке? Да, думаю, да. А могу я сегодня раньше уйти? У меня шок немного. Полагаю, надо выпить. Вот же. Езжайте, просто езжайте. Эй, я что, настолько медленно еду? Да нет, все в порядке. Почему мои навыки вождения не улучшаются?
У тебя даже на выпивку времени не хватает. Что уж говорить про вождение. Просто продай машину. Не могу, ты же знаешь, что эта машина значит для меня. Эй! Я купил этот билет за свои деньги! Значит, это не вы выиграли, а я! Не пытайтесь меня обмануть! Проваливайте, неудачники! Боже. Похоже, моя спина изогнулась по форме водительского сиденья. Папа Сухи первым делом предложил бы тебе выпить, будь он здесь. Спасибо большое. Выпей. Спасибо. Нет, мама, не надо, нет. Ему потом еще на машине возвращаться. Ему не стоит пить. Да ничего, если чуть-чуть выпьет. Подумаешь, или поспит тут, либо может уехать завтра. Прошу прощения, мне нужно в уборную отлучиться. Режиссер Кан! А как же... Могу я задать тебе вопрос? Конечно. Спрашивай. Куда, по твоему мнению, делись все игровые автоматы для бокса? А? Ты смеешься надо мной? Не передразнивай меня! Игровые автоматы для бокса? Говоришь о той, которую ты разрушила? Переходим ко второму раунду. Это что, ножницы? Получилось! Пиво пить нельзя. Что это? Вот дает. Зрители в восторге от Рико. Она неосознанно начала пить пиво. Это значит, что она и правда обожает алкоголь. Она умеет пить. Согласен. И третий раунд. Что же нас ждет в третьем раунде? Лопата? Лопата? Думаю, это будет нелегко. Надеюсь, ей снова повезет. Невероятно. Лопата. Мне интересно, кто скрывается под костюмом? Скажите? Кто же? Трико, кто же вы? Трико, кто вы? Вы знаменитость? Может, она комедиантка? Смешно? Мне очень смешно. Так как я знаю, кто это, мне слегка позорно. Правда? Так. Супер! Вот смешная. Мне нравится эта девушка. Боже! Кто это? Я ищу эту девушку, что украла мое сердце. Как ее зовут? Ан. Со, хочу оказаться в ее объятиях. Хочу заботиться о ней и оберегать ее. Хи. Та, которую я хочу видеть по непонятной мне причине. Ан, Со, Хи.